Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим кнопку Home на iPhone 5C. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Откручиваем. Теперь необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Это может сделать медиатор. Откручиваем два винтика держателя кнопки Home. Первый. И второй. Вынимаем металлическую пластину с кнопкой Home. Устанавливаем новую кнопку Home. Прикручиваем два винтика. Если на вашем аппарате не работает кнопка Home, в большинстве случаев замена кнопки Home вам поможет. Но проблема может быть в попадании влаги, либо проблема на печатной плате. Сейчас мы рассматриваем именно как менять саму кнопку Home. Закрутили два винтика. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль. И закручиваем два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.